На радость горожанам прямо посреди Рязани под веселую музыку выступил ансамбль народной музыки. Своим позитивным настроением участники зарядили всех присутствующих. Мероприятие посетил и Николай Любимов. В Рязанской областной филармонии он лично поздравил каждую представительницу прекрасного пола. Я вас готов потом расцеловать. Спасибо. Праздничный концерт начал Рязанский губернаторский симфонический оркестр. Музыканты сыграли знакомые каждому зрителю мелодии из кинофильмов «Служебный роман» и «Обыкновенное чудо». После губернатор Рязанской области со сцены поздравил всех женщин с наступающим праздником. Мы вас очень любим. Мы любим вас, потому что вы красивые, потому что вы умные, потому что вы женщины. И это здорово, что вы рядом с нами. Ради вас мы совершаем самые безумные поступки в жизни. Я думаю, что можно сказать, что женщина – это движущая сила мира. Помимо музыкальных композиций, на праздничном концерте прозвучали известные песни из кинофильмов и мюзиклов. Устроили гостям и небольшой сюрприз. Хору рязанских чиновников во главе с губернатором Николаем Любимовым под названием «Весенний каприз» аккомпанировал министр культуры региона Виталий Попов. Такое необычное поздравление точно запомнится всем гостям мероприятия. В преддверии праздника хотелось бы присоединиться к поздравлениям губернатора области и пожелать всем женщинам любви, здоровья и долгих лет жизни. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».